целое имеет. Прямая, а здесь вот. Такой дикий крупногабаритный пациент попал на операционный стол к благовещенским ветеринарам впервые. Медведица Дашка, питомица местных юнатов, совсем недавно радовалась жизни. Играла с автомобильными шинами, купалась в бассейне, но получила опасную травму. Поместила кисть в щель какую-то. И когда вырывала, получилась рваная рана глубокая и перелом пясных костей двух. Вот. Прошло уже 3 дня, и процессы нагноения. Зоологи попытались лечить свою питомицу самостоятельно, но поняли, дело серьезное. Дашу усыпили и отправили в больницу. Ветеринары вначале опешили. Операция это несложная, но каков пациент? Сложность в опасности. Если медведь вас, грубо выражаясь, гробастает, там, дай бог, просто инвалидность закончится. Потому что все-таки это медведь. Это очень резкое животное, несмотря вот вроде такое большое, да, объемное, но удар лапы. Как у боксера, только плюс шипы в виде когтей. Ветеринарам пришлось собрать все свое мужество и лекарства. Ведь для 100-килограммовой медведицы их потребовалось немало. На один только наркоз ушла доза, равная 10 инъекциям для обычных пациентов. В распоряжении докторов всего 10 минут. Столько действует наркоз. За это время медведицы удалили отмершие ткани, зашили рану, вставили дренаж и поместили лапу в лангет. Сейчас в зоологический сад посторонних не пускают, тем более с камерой. Медведице Даше нельзя волноваться. Ветеринары объяснили зоологам, что теперь самое главное, чтобы раненая лапа зверя находилась под тугой повязкой. Тогда Мишка выздоровеет через 3-4 недели. Екатерина Якунова, Юрий Рыжов, ТВ-центр, Благовещенск.